Меня часто спрашивают, даже нет, очень часто спрашивают по поводу анализов человека на фруктовом питании. Артем, а какой у вас уровень ферритина, В12, какой уровень железа и гемоглобина и так до бесконечности? Люди сравнивают анализы и нормы среднестатистического больного человека с анализами фрукторианца. Это изначально неадекватное восприятие реальности. Нужно понимать, что когда речь заходит о здоровье, правой в споре будет та сторона, которая не болеет. Не я, ни другие люди на фруктовом питании практически ничем не болеют. И все лучше и лучше выглядят и чувствуют себя с каждым годом. Последователи же традиционного питания, то есть люди, которые едят все, и мясо, и молочную продукцию, и так далее, пополняют списки новых болезней постоянно. Последняя версия МКБ, 11-я, содержит уже около 55 тысяч наименований болезней человека. Медицина развивается, а болезней становится все больше и больше с каждым годом, как и количество аптек в твоем же районе. Вопрос: где твое критическое мышление?